Овны, я вас приветствую. Давайте посмотрим ваш октябрь. Быстренький прогнозик. Большой расклад у нас будет на следующей недельке. А сейчас посмотрим 4 основные темы и общую энергию. Итак, общая энергия месяца. Практика антистресс для вас, для тех, кто находится в стрессе, для тех, кто переживает какие-то острые периоды, как сбросить этот стресс или сделать его меньше, или как-то, может быть, перевести куда-то внимание свое, да? Здесь будет подсказочка. Ну и, собственно, 4 основные сферы жизни. Посмотрим. Что ждет в работе, в денежках, финансах, в социуме и в отношениях. Так, ну что, общая энергия, что у нас тут будет наиболее проявлено? Вот как мне ее прибрать? Овны, блин, что вы тут кутюрьму наводите? Давайте, вот так, все. Общая энергия. Несправедливости. Ну, ёшки-матрёшки. Вот она поэтому и прыгнула, потому что несправедливо что-то у вас там. Смотрите, какая штука. Здесь или вы сами с собой будете очень сильно несправедливы в октябре, когда, знаете, даете себе какие-то обещания и не выполняете. Когда доходит дело до того, чтобы как-то себе внимание уделить, как-то с собой побыть, как-то себе что-то там, не знаю, побаловать, что-то дать. И вы такие, знаете, себя на задний план отодвигаете, как будто вы неважные, как будто весь мир другой важнее, чем вы. И там чьи-то заботы, тревоги, проблемы важнее, чем ваши. Да? И вот получается, что как-то вы себя на второй план будете ставить. Или же... Здесь, условно, вам мир будет вот это все отзеркаливать и показывать, что вы не важны, что с вами можно как-то там вот нехорошо поступать, что какую-то, знаете, справедливость можно обходить в вопросе вас, вашей жизни и так далее. Здесь, в первую очередь, все-таки обратите внимание, где и с кем вы действительно допускаете, чтобы с вами так обращались. И в первую очередь это именно идет изнутри, потому что внешний мир все-таки отзеркаливает нам то, что у нас внутри. Давайте посмотрим, насколько она будет, вот эта общая энергия проявлена в какой-то из сфер жизни, возможно, будет конкретно, да? Итак, в работе. В работе я скажу, все хорошо. Давайте так, те, у кого стабильная работа, те, кто вот прям довольны тем, где они работают, с кем они работают, вот оно так и будет. Чувство достаточности, когда я люблю свою работу, мне действительно здесь нравится, мне и зарплата в принципе устраивает, да, то есть, естественно, всегда можно хотеть больше, это, ну, мы такие люди, человеки, но по факту действительно мне хватает, мне там на все мои потребности, на все счета, обязательства, да, всего как бы достаточно. Мне нравится. То есть вот тот опыт, который я получаю на этой работе, или то, как я могу применить себя на этой работе, да, как-то проявить, вот оно все, вот знаете, вот в балансе, я бы сказала, и я не знаю, что здесь еще говорить, ну хорошо все. Если вы находитесь в поиске работы, здесь очень велика вероятность действительно найти именно вот такую очень сильно подходящую для вас работу. Поэтому давайте, кто сидел на диване, ничего не искал, начинаем искать, потому что действительно в поле есть то место, где вы сможете, вот знаете, корни пустите прям надолго, и вам там будет очень хорошо. Если у вас свой бизнес, ну, собственно, карта говорит сама за себя, достаток, клиенты, деньги, ну, поток идет, услуги делают, люди приходят все довольны. Здесь действительно, знаете, может, у вас сейчас сезон начинается, то есть там летом было затишье, сейчас осень, ближе к Новому году, да, и начинаются вот какие-то повышенные заказы, да, повышенные объемы, ну, то есть вот здесь все про это. Давайте посмотрим по деньгам. Так, а вот с деньгами здесь интересно. Здесь такая штука, что, знаете, как будто бы вы не себе не даете,
то ли зарабатывать больше, то ли получать больше, то ли, в принципе, вообще иметь больше. Здесь, знаете, может быть, действительно к вам что-то идет из поля, и какие-то возможности вам подкидываются, а вы есть у вас какие-то страхи, тревожки, да, которые не дают вам. Давайте так, я бы сказала, здесь у вас может проходить такой, давайте назовем его комплекс маленького человека, когда я недостоин большего. Да, вот что-то типа такого. Или за все, что больше, надо будет расплачиваться. Или за то, что я вот сейчас получу, а потом мне надо будет больше отдать. Или же, знаете, если вдруг вас там окружают такие люди, которые, которым очень нравится копаться в вашем кошельке, да, то есть условно, а зачем мне зарабатывать больше или хотеть больше, если все равно это придут, заберут, там, я не знаю, дети, может быть, родители, может быть, какие-то, не знаю, там, супруги, да, если у вас, скажем, ну, вот, немножечко неразграничены финансы, да, в этом плане, и, условно, вы можете зарабатывать на что-то хорошее, светлое, а ваш партнер придет и скажет, а я хочу что-то другое, да, и возьмет эти деньги, посчитая, как будто бы он имеет прям сильно на них право, и так далее, да. А здесь я бы сказала, знаете, довольствуемся меньше. Ну да, здесь, знаете, вам нужно вот с этими установочками немножечко поработать. Здесь просто почему? В октябре будет вскрыта какая-то ситуация, где вы действительно можете отказаться от дополнительных денег или же от какой-то возможности, которая, в принципе, может вам принести эти дополнительные деньги в перспективе, допустим, да, или улучшение какого-то комфорта, какого-то быта, чего-то, вот знаете, побольше, где вы могли бы действительно показать какой-то свой достаток, а вы как будто боитесь этого, да. Так вот, в октябре у вас будет проявлена эта история, где вы поймете, что какие-то ограничения, и, знаете, вам в них тоже плохо, да, потому что не можете в полной мере расслабиться, как-то себе что-то позволить. Давайте смотреть социум, что здесь будет. Угу, интересненько, так. Если этот король — это вы, то я бы сказала, знаете, так вот вальяжно, довольно, вообще общаетесь с людьми, то, как у вас вообще с вашими там друзьями, родственниками все происходит, я бы сказала, вы на коне, да, вы вот тот ценный человек, ради которого все готовы как-то, ну, вот, не знаю, к ногам к вашим падать, да, исполнять все ваши желания и так далее. И здесь я бы сказала, у вас такая достаточно четкая, твердая позиция в плане своего окружения. Сюда же социум и коллеги, да, и вообще, в принципе, какие-то мимо проходящие люди. Ну, то есть все у нас здесь находятся. Если мы говорим о том, что этот король — это не вы, а какой-то другой человек, то в вашем поле в этом месяце проявится вот такой вот пентакливый король. Девочки сейчас могут начать хлопать в ладошки, потому что действительно есть велика вероятность встретить мужчину, который вот, ну, во-первых, будет как-то заземлен, да, это все-таки у нас земная стихия, это телец, дева, козерог. Или же, если мы не привязываемся к знакам зодиака, это у нас может быть более такой, знаете, устойчиво стоящий именно в финансово-материальном плане на ногах человек, который, вот знаете, может быть, даже к вам и вот с намерением очень серьезным придет. Вот, поэтому смотрите, девочки, в это, по сторонам, да, не профукайте своего земного человека. Как бы сейчас это ни звучало. Так, что у нас здесь? Здесь вам, знаете, как предупреждение, не торопитесь, не гоните сразу на всех парах и в то же время не обрубайте его. То есть я бы сказала, вот от октябрь — это на то, чтобы он просто зашел в ваше поле. И даже если он будет что-то предлагать, не отвергайте и не принимайте. То есть смотрите, как вообще будут развиваться события, потому что здесь все-таки показано, что, ну, не надо рубить сгоряча, да, займи более такую выжидательную позицию и посмотри, что будет дальше. Да? То есть человек как-то в полной мере дальше уже себя проявит. Так, ну что там по отношениям, где наша несправедливость-то?
Ну, в отношениях тоже. Давайте так, я бы сказала, здесь все-таки это несправедливость по поводу денег и финансов. И, собственно, что хочу сказать. Сейчас мы вернемся к отношениям, подождите. Здесь про то, что если вам на что-то чего-то не хватает, или если у вас какие-то финансовые трудности, то в данном случае, получается, ищите проблему в себе. Даже не то, что проблему, а корень проблемы в себе, в своих установках, в своих убеждениях, да, что у вас там за глюки такие системные, которые не дают вам вот расслабиться, в полной мере себя прочувствовать. Итак, возвращаемся к отношениям. Здесь в отношениях хорошее вообще такое состояние в октябре, когда как бы вам так это передать состояние такое, когда вот я наслаждаюсь отношениями, именно не в плане того, что там какого-то кайфушничества и так далее, а именно вот этого понимания, что это именно то, что мне нужно. Мне вот этого хорошо, мне здесь достаточно. Я действительно здесь сама могу проявиться или сам, если мужчина смотрит. И в то же время я действительно получаю в этих отношениях. То есть я не растрачиваю свой ресурс, даже если я больше, допустим, уделяю время партнеру. То есть мне это потом сторится, возвращается. Это, я бы сказала, знаете, взаимно выгодные отношения, но не по... как сказать, не по корыстным каким-то целям, да, ты мне, я тебе, а действительно, когда вы знаете, что даже если где-то вы вот, допустим, передадите, да, вот этот баланс брать, давать, то вам это потом вернется. То есть вы здесь в минус себе не уходите. Если вы свободные овны, то для вас вот этот месяц октябрь про то, чтобы действительно дарить свои какие-то, ну, во-первых, свое время, да, другому человеку, свои какие-то помощь какую-то оказывать, да, другому человеку. И здесь, знаете, бескорыстно, действительно, когда вы, вот вы можете помочь, вы помогаете, вы можете как-то проявиться, вы проявляетесь. Если мы говорим с сексуальной точки зрения, именно интима, то здесь тоже вы можете кому-то очень сильно подарить ночь с собой в октябре, и вам это будет не так, что, опять же, там какие-то двусмысленные намеки и так далее, а здесь именно потому, что вам хочется, вам вот у самих тела просят, да, и поэтому, ну а почему бы и да. То есть вот такое состояние. Если я бы сказала, знаете, вы захотите больше эмоций пережить, да? И именно будет вот это состояние, когда я даю для того, чтобы эмоции какие-то тоже испытать, потому что где-то в чем-то вы там засели, застряли, да, чего-то опять же уйти. И вот кто свободный, да, уйти от какого-то одиночества, даже не то, что одиночество, а вот принести каких-то новых красок, да, потому что сейчас как-то вот да, не очень, скажем так, да, поэтому вот хочется каких-то наслаждений, да, вот они и будут. Так, Овна, для тех, у кого сейчас такое кризисное, скажем, состояние, ситуация, практика антистресс для вас на октябрь, брать ситуацию под контроль – это смелый поступок. Он необходим для поиска решений именно вашей проблемы, а не других. Собственно, как я и говорила, да, по основной энергии месяца, когда вы ставите других превыше себя, идет перекос. И, собственно, практика антистресс на этот месяц для вас, собственно, и гласит, да, о том, что начни с себя. Сначала свои проблемы, они самые важные, самые первые, а потом уже все, что другое. Да. Собственно, вот такой для вас прогноз. Ставьте лайки, пишите комментарии, насколько у вас отыгрывается. Подписывайтесь, если еще не подписаны. И если вам нужен персональный прогноз на месяц или же разобрать какую-то ситуацию, в которой вы сейчас оказались, мои контакты есть в описании. Связывайтесь со мной. Ну и до новых встреч. Пока-пока.